Ha, bu yaka gelgenime 3 ay oldu. 3 aydan beri burada yaşıyor. Matraslarımız var. Çılı, kömürümüz geniri. Bir de su koyup gelir. Kavlalağımız, düşük gelse sırası çay veririz. Tamağın bağına veririz, bağında yap gelir. Tamağ aç geniri, giyim geçe verir. Buyruğundar da sırası su koyuyla alıp gelir. Anan gelip bir yerden tek şerip durar. Rengenge tek şerip gitti. Kaşlar gelip durar bir yerden. Bağır bizi kavar alıp, davranlar ölçüp. Yaşı kalıp durar. Bu da yaşı kırılır. Bir yerde ustalar şimdi ben mi? Bunlarla bu kat bu katını alıp, gömüş gömüş alıp, ballar mı? Çoğu. Untumak da yaşı. Birbirine benim el olmaydı. Bir yerde сразу гелер менен бияктан камера бар. Эметип турат, карап турат. Сразу кагазын берип, справкасын алабыз, кагазын беребиз, сразу чакырып. Эмет турат, жакшы, тынч. Кудайга шүгүр. Урушта баш жок, кудайга шүгүр. Кусакта кайгы жок, жакшы. Отызга чейин жетип кетебиз деген. Сенин адам көп келип калат. Анан кеткени кетип, иштеген иштеп келип калат. Көп ушундай да. Анан көбү баягы ичкиликтен келип калат. Үшүп, тоңуп. Олор дуганда карап, дуганда чай берип. Ежегодно наступление холодов с 1 ноября открывается. И рассчитывается на 35-40 человек. На данный момент вот как бы холодно. Заняты все, вот 35-40 уже человек есть. Там грузят, подбирают на улице, которые лежат, остались. Скорые привозят в основном и сами приходят. Или милиционеры, кто увидел, они возят. В основном скорые привозят. Там разные, замерзшие есть, незамерзшие, скажем, больные. А если так сильно кто не ходит больные, скорые забирают, как бы, в больницу отвозят. Ну, это частные, как бы, кто хочет пожелание, да, они привозят еда, там, скажем, плов привозят, горячий пищу, так, скажем. Не каждый, но иногда бывает. Уголь есть, дрова есть, питанием обеспечивается. Проблема в том, что одежды нужны. Теплые одежды, обувь, куртки теплые. В основном вот эта правильная штука очень как бы нуждается. Так остальные мы обеспечиваем. Сейчас нашла сюда одеял, если можно было. Кто-нибудь привез, помогли, хорошо было. Теплый одеял. Они могут присылать. До марта можно. До 31 марта.